В интернете и в социальных сетях распространилось видео, где один из армянских офицеров рассказывает, в каких условиях проходят службу армянские солдаты. На видео армянский офицер показывает, как армянские военнослужащие лежат на сырой земле в разорванной палатке. Военные заявляют, что Азербайджан укрепляет позиции. Если мы когда-либо подвергнемся нападению с беспилотника, то у нас не будет выбора, кроме как защищаться или бежать, говорит он. Также офицер жалуется, что некоторые члены армянского правительства тратят по 5000 долларов за ужин в элитных ресторанах Москвы, в то время как армянские пограничники зимой лежат на голой земле. Зен палатки меш баст сари вера орхоски мадам беспилотник ка ме хадигам хангар са ракет зарге вош ми типи вош сагманалу цев унис вош пахнелу цев унис вош инчор ми цев унис орхоски тудор димака эс кар худ вере ве шоре уриш вош ми пан зен ай эс типи панак чем пае зен кесо эс нунтаге кенен эс.